Абитуриент стоит перед самым важным выбором в жизни, выбором своего пути, идти по которому ему поможет трудолюбие, целеустремленность, любознательность и те знания и навыки, которые он получил ранее в своей жизни. Абитуриент, желающий раскрыть свои творческие способности и получить качественное высшее профессиональное образование, сможет в Казанском федеральном университете. На сегодня у нас в целом подало документы более, у нас заявлений более 30 тысяч на сегодня в Казанский университет, включая Набережные Челны и Елабугу, собственно, Казань. Вот. То есть ежедневно у нас подают документы, дополнительно у нас появляется где-то 500 или 1000 заявлений, вот так каждый день добавляется. Онлайн заявления сейчас, значит, нам подаются. Очно заявления подаются, в том числе приносят оригиналы документов. То есть процесс еще такой идет, как бы подготовки конкурсного отбора. Наша задача заключается в том, чтобы привлекать в университет лучших студентов, в том числе и из-за рубежа, с тем, чтобы наш университет брал не только количеством, но и прежде всего высоким качеством студентов, первокурсники, которые потом создали бы хорошую базу для дальнейшего развития университета, чтобы у нас формировалась интеллектуальная элита, вот, обеспечивающая дальнейшее развитие нашего университета во всех направлениях. В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и организаций ESAIMAGO 2016 Казанский федеральный университет занял 6-ю строчку среди лучших вузов России. Мне очень нравится качество образования в университете. Я считаю, что именно исторический факультет, не могу ведь говорить за остальные, отвечает требованиям именно высшего образования, отвечает уровню тот, который ставит перед собой Казанский университет. И мне кажется, это правильный выбор. Я думаю, что мне повезет. Регина Фахрутдинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.